14 августа отмечается большой церковный народный праздник Медовый Спас. С этим днем связано множество традиций. На него люди в древности проводили много интересных обрядов, в том числе и на богатство, ведь мед всегда ассоциировался со сладкой жизнью и достатком. Из этого видео вы узнаете об очень простом обряде с медом. Все, что вам нужно, это каждый раз, когда 14 августа вы будете есть что-то с медом, приговаривать. Чтобы жизнь была слаще, чтобы нравилось жить, хочу здоровья и счастья, в любви, в достатке прожить. После того, как вы прочитали данный заговор, можно приступать к приему пищи с медом. Это самый простой, но довольно действенный обряд, который можно провести несколько раз за этот важный день. Согласно приметам, если человек не забыл прочитать заговор каждый раз, когда он садился за стол в этот день есть мед, ему улыбнется денежная удача в этом году. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.